Зовут меня Юра. Я родился вообще в Улан-Удэ, родом от папы из Улея. Ну, сам улейский, я в Осе всю жизнь прожил. Как бы в Осе тренировался и в Осе школу закончил. Но первый, ну и по настоящее время тренер мой, это Хабтагаев Александр Гербатович. Какого класса борешься? Занимаешься борьбой? Шестого класса. Серьезно начал сразу? Ну, вообще, ну да, шестого класса. 18 лет. 18 лет. 18. 5 схваток сделал. Кем? Первую сделал кабардинцем. Потом две последующие с дагестанцами, с Дагестана. Третью проиграл москвичу и за бронзовую медаль выиграл питерского борца. До этого на каких турнирах участвовал и достижения? Ну, до бронзовой медали. На сайтийском турнире был третьим по юношам 2 года назад. В Будаевском турнире был 2 раза третьим тоже. В прошлом и позапрошлом годах тоже. Сейчас на СФО музыкам первый раз участвовать. Но по молодежи участвовал. Тренируюсь в спортивном клубе «Арена». Это директором которого является Дмитриев Алексей Александрович. Помогает Руслан Аполлонович Ворокшонов. Ну, как в вопросе, вот в общежитии мы живем. Привозит, как, не знаю, как сказать-то даже. В общем, он помогает, огромную поддержку нам оказывает. Тренера мои в Иркутске, вот, в спортклубе «Арена» – это Ворокшонов Руслан Аполлонович и Ильин Баир Петрович. С кем борешься-то вообще? Вот. У себя, с парнем? В основном с Алдаром Хамаевым спарринг. Директором спортшколы «Тамир» также является это Сындыхеев Павел Петрович. Он оплачивает нам поездки, выдает костюмы, как бы помогает. Спортивная школа «Тамир». Тренируемся в спортклубе «Арена». Также поддержку оказывает Ворокшонов Руслан Аполлонович, Домбуев. Ну, так он нас и тренирует, и помогает нам. Домбуев Алексей Иванович, директор, президент Федерации борьбы Осинского района. Он помогает нам. Также помогает нам, ну, мне всячески, это Болдунов Прокопий Михайлович, Ануфриев Ким Гаврилович и так сказать-то. И тренер Россия у меня тоже, ну, второй. Это Хабтагаев Максим Александрович. Ну, это сын моего тренера. Он как бы, когда у меня не было пар, ну, спаррингов, он приехал, ну, и надо мной сидел. Ну, к сайтийскому турниру мы, короче, вместе подготовились. Ну, он меня как бы надо мной сидел. Без него бы тоже трудно было. Ну, и сейчас, конечно, ну, к себе домой приезжаю, всегда с ним тоже. Вместе тренируемся, да, созваниваемся. Yeah.